Всем привет, с вами Информ ТВ. Сегодня на Троекуровском кладбище прощались с популярным блогером Мото Таней. Девушка разбилась несколько дней назад в Турции. О трагических новостях стало известно еще в начале недели. Но на похоронах чуть не случилась очередная трагедия. Сегодня с погибшей прощались близкие, семья и подписчики. Проводить ее в последний путь пришла целая толпа людей. Поклонники благодарны семье, потому что те дали возможность попрощаться с Таней всем желающим. Сегодня вечером ее кремируют, и семья отвезет прах на родину. Тело Тани лежало в белоснежном гробу. Отец Татьяны не мог сдержать слез, а на сыне и вовсе не было лица. Во время церемонии прощания маме девушке стало плохо, ее госпитализировали. «Я не согласен, что она от нас ушла, ее от нас оторвали. Надеюсь, виновный понесет наказание», – сказал один из присутствующих. Это натолкнуло на мысль всех поклонников, что беда случилась не в результате несчастного случая, а по вине или другого байкера или водителя. Согласно информации из других источников, причиной гибели девушки стала фура. После появления в СМИ сообщений о ее гибели в блоге Татьяны было опубликовано обращение семьи. Родственники попытались пролить свет на случившееся. Они рассказали нюансы и опровергли информацию о том, что блогеры злоупотребляли крепкими напитками, прежде чем сесть за руль.